Всем привет, с вами Inform TV. Яну Шевкову многие знают как настоящую русскую красавицу и звезду сериалов. Она с самого детства мечтала о карьере актрисы. При этом она реализовалась не только в профессиональном плане, но и в личном. Из тех обрывков информации, что удалось достать, известно, Яна очень счастлива в браке с богатым мужем. Яна Николаева появилась на свет в столице. После школы подала документы в несколько вузов и поступила в училище имени Щукина. Но это было не случайностью, как иногда бывает. Яна долгие годы готовилась к этому поступлению. После окончания обучения она начинает свою работу в сериалах «Каменская», «Бригада», «Гражданин начальник», но все это были лишь эпизоды. Первая ее крупная роль была в известном боевике «Бумер». После этого она проснулась знаменитой. Яну узнавали на улицах, просили фото и автограф. После этого Николаеву пригласили в сериал «Граница. Таежный роман». И был большой перерыв. Поклонники считают, что это время Яна потратила на декретный отпуск, но никаких доказательств наличия детей журналисты так и не нашли. После нескольких лет перерыва девушка опять ворвалась в мир российских сериалов, и теперь это были часто главные роли. Своего избранника актриса встретила еще в юности, во время учебы. Им стал Павел Шевков, известный бизнесмен и миллионер, который, кстати, в прошлом месяце был замешан в довольно крупном скандале. Живет пара в красивом особняке на Рублевке. Говорят, что примерная стоимость их дома составляет 500 миллионов рублей. Помимо этого, у них есть недвижимость в Париже, Каннах и других европейских городах. В этом году актриса не снималась, но летом активно начала участвовать в кастингах, так что к концу года надеемся увидеть ее в нескольких интересных проектах. Если вы любите российские сериалы, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!